Итак, друзья, подписывайтесь на канал Вахтанга и Анжелики. Они купили себе новый автодом, открыли канал Автодом Сочи и едут сейчас в большое путешествие по России. Поэтому подписывайтесь на их канал, они путешествуют с тремя детьми и рассказывают о своих путешествиях. Вот буквально на днях выехали в путешествие из Сочи. Поэтому, друзья, подписывайтесь и переходите по ссылочке на их канал. Ссылка будет в описании и в первом комментарии. Итак, ребята, идем дальше гулять. И все, ребята, я снял, смотрите, снял 1000 рублей, друзья, с карты Тинькофф, в Сбербанке автомата, банкомат, точнее. Вот у меня, потому что Сбербанка нету, только Тинькофф. 2 года не видел рубли, ребята. Вообще, кэш. Теперь пойду водички куплю за кэш, друзья, а тут вообще попить нельзя, нигде купить. Просто пипец. Почему не Волга, а какой-то Лексус или Брабус даже, наверное.
слипаются. Думаю, так не ощущал таких моментов, когда пить хочется вообще невозможно. Или по территории. Вот, друзья, Кремль такой. Автобусы какие стоят, Hyundai. Ух. Все, ребята, попил за наличку. В общем, одинаковые цены. 100 рублей водичка стоит, это 1 евро там с копейками. Все так нормально. Газированная, холодненькая. Классно. Фух. Прям отлегло сразу, друзья. Жара вообще пипец. 30-ка на час. Просто невозможно. Еще, ребят, прогулялся. Чуть-чуть. Кремль посмотрел, центр. Нужно погулять.
Катерина с девчонкой-то в форме. Круто. Все, ребята, мы выходим. Погуляли. Да, друзья, сюда раз в доме не заедешь. Вот тут точно. Все, идем за самокатом. Покататься, погулять. О, ребята, мой самокат стоит, все нормально. Видите, вот, самокат он не пустит, камера хранения он не влезет. Так что, ребят, знаете, что здесь самокат вам нужно будет вставлять вот у этой тетеньки. Или не у этой тетеньки, а у кого-нибудь типа такой тетеньки. За 100 рублей, чтобы он здесь постоял. А иначе в Кремль не сходите, если поедете на своем самокате, друзья. Вот. Такие вот нюансы. Здравствуйте. Вот за самокатик 100 рублей, спасибо большое. Вы что-то так быстро. Обычно туда уходит, быстро не возвращается. А там что, там же только пройти вот так вот? Там же или что, вот еще можно ходить? Не знаю. Я вот там прошел, там больше закрыто все, там же полиция стоит. А, вот кружочек вот такой небольшой, и все. Куда там еще? Я простой, вот за 250 рублей брал. Там же, наверное, куда там? Больше никуда. Спасибо. А куда здесь еще в центр сходить можно? Подскажите. Я не знаю. Не знаете? Туда куда-нибудь, да, проехаться? Туда, там оружейка, туда просто так не пускают. А, вот так, да? Тут везде не пускают? Там по набережной прогулки на теплоходе. Ага. Куда еще? Я не знаю. А где здесь еще центр Москвы? Тоже центр Москвы? Это Александровский сад. Там Красная площадь. А где на Красной площади-то? Вот сейчас поднимитесь вот так и прямо туда, да, Красная площадь? Да. А. Доедете и направо. А, все, и все, едете на Красную площадь. Спасибо.